Доброго здравия! Снова с вами «Северная сказка». Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, мы рассказываем много интересного о славянских праздниках, богах и обычаях. Июль косит и жнет, долго спать не дает. Хотя в наши дни мало кто собирает урожай на поле, а чувствуем и мы скоротечность летних дней. Скорее-скорее, многое нужно успеть. Будто кричит нам память предков. И мы поспешим, чтобы собрать нынче свой собственный урожай. Каким он будет у вас? Вот какие праздники у славян в это время, в месяце июля. 5 июля – зажинки. Луна убывающая. Праздник начала сбора урожая. Там, где еще не поспела рожь, начинают сенокос. С этого дня начиналась жатва. Если рожь еще не поспела, собирали другой урожай, ходили за ягодами и грибами. В этот день женщины проводят обряды на достаток, плодородие, хороший урожай. Приносим дары матушке земле, просим ее о сытой осени и зиме. 12 июля – день снопа Велеса. Луна убывающая. Вспоминают Велеса как одного из богов, научивших людей растить зерно и печь хлеб. По легенде, Велес помог своему сыну, богу Ярила, уговорить других богов дать людям зерно. День, в который призывались силы благоденствия, вязался ритуальный первый сноп, который становился магическим защитным амулетом благополучия семьи. До полудня вода в открытых источниках становится святой. Коли вы хотите провести обряд, обращенный к силе Велеса, то в лавке «Северная сказка» вы можете найти готовый набор для защитного обряда. Ссылка в описании под видео. 19 июля – летняя макошья или летняя макриды. Луна растущая. Женский праздник, посвященный богине Макош. По погоде сегодня судят о том, сухим или мокрым будет остаток лета. Если день засушливый, а нужны дожди, самую красивую девушку, макриду, отправляли к реке со снопом ржи и следили, чтобы каждый колосок этого снопа погрузился в воду. Если день дождливый, девушка Макрида остается дома, а другие женщины и девушки следят, чтобы она не подходила к окну, тогда жатва будет сухой, без дождей. В этот день проводят обряды, призывая погоду для хорошего урожая, такую, чтобы зерну хватило и тепла, и влаги. Девушки и женщины проводят обряды на красоту и любовь. 22 июля – летняя перуница. Луна растущая. Хорошо, коли гроза в этот день, она приносит счастье. Обряды, обращенные к Дивидадоле, перуница, сделанные на защиту и обретение, получаются особенно сильными. 27 июля – Чуров день, праздник предков. Непременно в этот день осматривают свои владения, защищают их заговорами и обрядами, вечером собираются вместе всей семьей. Бог Чур – защитник рода человеческого и хранитель границ, поэтому защитные обряды на укрепление границ своих владений очень сильны в этот день. В лавке «Северная сказка» есть готовый набор для обряда на защиту, обращенный к Богу Чуру, защитнику рода человеческого. Ссылка в описании под видео. 28 июля – девятая в году Макошина пятница. Выпадает на растущую луну. Время обрядов для привлечения блага и счастья. Лучшие обряды этой пятницы. Славление богини Макош. Развитие чародейных способностей. Когда проводят обряды, посвященные богине Макош, используют нити, веретена, водный алтарь, камни стихии воды. Вот такие нынче праздники в июле. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. На благо!